Важнейшее имя среди русских живописцев вообще – Илья Ефимович Репин – представлен в экспозиции ранним полотном «Портрет мальчика», написанным им в академические годы. Старательный молодой мастер с успехом решает не только композиционный замысел, колорит, но и эмоциональное состояние юной модели. Живой выразительный взгляд ребенка предвещает манеру зрелого Репина-портретиста, способного тонко подмечать индивидуальные особенности портретируемого. Эскиз к картине «Садко в подводном царстве» – работа, над которой Репин работал за границей. Выполнен он уже рукой состоявшегося мастера. Сам Илья Ефимович в одном из писем на родину писал: «В этой картине выразится мое настоящее положение в Европе, где я чувствую себя таким же Садковым».